Крест золотой, цепочка серебряная. На кресте видно очень много грязи. Цепочка тоже очень грязная. Сейчас будем это все чистить. Для этого нам понадобится обычная сода. Такая баночка обычная, небольшая. Вода. Добавляем 2 чайные ложки полных соды в баночку. Наливаем немного воды. Пускаем наши ювелирные изделия в баночку. Банку закрываем. Начинаем вот так трясти. Так вот болтаем. Видите, какая вода стала грязная. Далее достаем из баночки цепочку серебряную и крест золотой. Видите, сколько грязи осталось в этой баночке. Промываем проточной водой. И вот результат. Цепочка как новенькая из магазина. Крестик тоже золотой, как новенький.